И в завершение о погоде. Переменную облачность с небольшим дождем обещают синоптики в Астане. Ближайшие дни обойдутся без похолоданий. Температура воздуха будет оставаться в пределах 16 градусов днем и 7 градусов ночью. Чуть теплее, по прогнозам Казгидромета, будет в Алматы и Шымкенте, где также обещают пасмурную погоду. Но отметка на термометре при этом поднимется до 25-29 градусов. Местами возможны осадки с порывами ветра до 13 метров в секунду.